Торговая война только и начинается. В среду Китай опубликовал новый список американских товаров, которые будут обложены 25% импортными пошлинами. Нефтепродукты, автомобили, медицинское оборудование. Всего около 300 наименований общей стоимостью 16 миллиардов долларов. Это уже второй список американских товаров. Первый был опубликован ровно месяц назад, что стало ответом Пекина на демарш Вашингтона. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. В июне США обвинили Китай в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в том, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике. В результате Белый дом объявил о введении 25% тарифов на многочисленные товары из Китая на общую сумму 50 миллиардов долларов.